Так, Андрей, подожди, не закрывай. Итак, вот эта здоровенная коробка только по 2 саженца, да? 3. Значит, вот ты сейчас скотчем его прикрепил, чтобы он не дергался, правильно? Да. Вот. Теперь мне интересно, у тебя есть такое что-нибудь подходящее, чтобы весь процесс заснять? Ну, сейчас будем. Ладно, ну, внутренность уже показал. Дело вот в чем. Вот эта коробка на 3 саженца. Она легонькая, понятно. Значит, клиент не разорится на пересылке. Вот. Ну, вообще-то, судя по твоему виду, довольно холодно на улице, да? Не, на улице жарко, просто ветерок. Ветерок? Да не, я сам телогрейки и в зимней шапке. Опять обещают тепло? +16. Да вот я к чему говорю, мы вынуждены отправлять с зелеными листьями. Потому что оно как +16, а потом просыпаемся, все в снегу, так? Да. Как в Сибирь, она есть Сибирь. Да. Последний раз только отправка поздняя была, 8 лет назад. Ага, понятно. Обычно 10-11. Ну, обычно, да, но год такой. И опять говорю, 16 обещают, да? Да. Все ясно. Андрей, я смотрю, пятнышко не забыл. Молодец. Так, теперь, что здесь написано? А, хасанский персик. Все понятно. Ну, эти хотя бы листья потеряли, слава богу. Эти саженцы. Так, давай-ка мы лучше... Ну, неприятно мне зеленое показывать, когда... Неправильная осень. Ну вот здесь, слава богу, хотя бы часть потеряла. Кстати, вы это самое. Вас 10 раз повторять не надо, никогда не мы листья не ошмыгиваем, не отрываем. А когда мы листья отрывали? Никогда. Посмотрели тебе в глаза. Повтори, повтори. Мы никогда не обрывали листья. Вот. И мы почти единственная фирма. Нет, Андрей. Единственная фирма, которая не отрывает это. Вот, считая это большой-большой это. А? Большой ошибкой. Так, ну. Красотища какая. Что это такое? Ага. Сувенир Востока. Ну, это, конечно, вещь. Это вещь, не отнимешь. Сорочинская. Ну-ка, если целиком достать, показать корни. О, вот они. Вот это прививка улучшенной капулировкой. Вот это и есть настоящее садоводство. Вот. Твои конкуренты, Таня, знаешь, что делают? Смотри сюда, на секунду. Значит, это... Примерно толщина коробки, вот так, смотри, вот так. Это что за коробки такие? А длина вот такая. Вот. Некоторые вообще без коробки просто заматывают, саженцы просто заматывают толстым слоем. Вот. Потом коробку на наших глазах открывают, то есть зрители. А зачем так делать? Чтобы восхититься. Я смотрю на эти саженцы и думаю, господи, ведь морду бить надо, морду. А человек их умудрился, купил, заплатил. И еще должен за это самое, еще восхищаться ими. Ой, страсти-то, конечно, только что потом вырастет от этого. Итак, смотрим сюда. Лада. Значит, здесь самое лучшее в России, в мире. Груши самые сладкие. Дар небес. Значит, здесь абрикосы самые лучшие. Вот. Дальше. Серафим, Бай. Самые лучшие абрикосы. Это европейцы. А это дальневосточники. Вот. Дальше. Сувенир. Сорочинская. Сливы. Вот. Это яблони.
Мелба, один из мировых лидеров, и другие тут, наверное, в этом. Это белый налив. Ух ты! Как вы умудрились белый налив? Когда-то зажрали до того, что саяногорцы белый налив мне не покупали. Почему наоборот? Ну, вроде бы как этот самый, как его назвать, плебей. А сейчас я хожу вокруг белого налива и счастлив, что нам удалось сохранить его на фоне массовой гибели по всей Центральной Сибири. О, ну тут мне не надо вывеску. Это мое детище. Это жердель. Так. Вот она. Внимание, а то подумайте, что это жердель. Вот она, жердель. Так, это юг Украины. Так, значит, это, ну, это кустарники почти, выращены как кустарники. Это шелковица. Вот. Это жимолость. И крыжовник. Вот так вот. Что еще? Беносинские персики. Эти, они пониже, чем эти. Чем хасанские. Хасанские мое детище. Беносинские наполовину мое. У него два автора у сибирского варианта. А вот это я единственный автор. Клон Зельзо, хасанский персик. Ну, красотища, да? Так, и наконец, если здесь написано «Амур Академик», это опять дальневосточные абрикосы. Да, хорошо быть фермером на пенсии. Хожу, ничего не делаю, только любуюсь. Итак, коробки вот такие. Сейчас я проверю по списку, точно все? 120 посылок будет, да? Да. Это 120 человек на всю Россию. Слушай, мы так лет за 500 не это, не накормим Россию фруктами. Раз, два, три, четыре. 12 коробок готово. Вон еще две, 14 коробок. Вот, еще раз посмотрите на эти размеры. Вы наконец узнаете, что такое настоящий питомник, где ничего не делается абы как. Вот. Вот она, коробочка, посылка, заполняется отправителем, заполнена, вот. Легонькие, потому что в некоторых по одному саженцу. Ой, ой, да елки-палки, ну ничего, может, меня не будут ругать за то, что уронил одну. Вот, а почему? Легонькие невероятно, невероятно. Ну, бывает у них и по 5, и по 10 штук, и по 20. Вот. Ну, про цены говорите, я уже говорил как. Я спросил у Тани, почем привитый персик, она сказала 2000, почем непривитый персик 1000. Я считаю, что с непривитыми она, конечно, продешевила. Разницы принципиально не оказалось ни по морозостойкости, потому что была проведена особая работа, несколько поколений выращено на морозостойких подвоях. Вот. Сегодня утром, когда я сюда зашел, здесь Сергей Железов сидел и дремал, потому что он у нас, какой бы ни был выдающийся садовод, но работает на кране. По принципу, садоводство плохо кормит. Вот. И вот он тут сидел, я ему задал вопрос, вот здесь он сидел. Я ему задал вопрос. Ты агроном, у тебя диплом есть. Вот. Если брать не перекрестное пыление, если брать не выращивание потом сеянцев, а потом еще надежде, что от одного сорта А доминантного получится качество культурного, от второго передастся морозостойкость.
А по Менделю получается или то, или то. Я всегда балдею, когда меня упрекают в том, что я ты металлург, а не генетик. А то сейчас я иду и спокойно разговариваю. А как одновременно могут передаться и морозостойкость от одного, вот, и от другого культурность, вкус. Я, честно говоря, очень хорошо быть не генетиком. Почему? Ну, что с меня взять? Значит, не надо мной смеяться над металлургом. А вопрос задаю самый обычный. Ладно. Наступила 40-градусная зима. Замерзли одни. Вот. Одичали другие. И оказывается, что получить лучшее качество от двух же сортов невозможно. Я пробовал... Знаете, что я сейчас делаю? Может быть, я сяду поговорить. Может, я сяду. Нет, будем считать так. Я этот небольшой фильм заканчиваю. Почему? Еще раз полюбуемся на работу Сергея Железова. Вот она. Часть питомника. Это же маточный сад. Смотрите. Видите эту красоту? Это же маточный сад. Вот он. Одновременно. Да, когда... Видите сосны? Это мы не могли купить за 50 тысяч сотка. То есть мы могли этот участок выкупить за 1 000 000 рублей, но нам это отказали. Вот. Но в голой степи попробуй. Возьми участок. Вот. Разговор продолжить уже сидя.